Здравствуйте! Сегодня мы с вами познакомимся с разделом «Настольный теннис» на уроках физической культуры в пятых классах. Что же такое настольный теннис? Это такая спортивная игра, которая основана на перекидывании мяча ракетками на игровом столе с сеткой по определенным правилам. Целью игроков является достижение ситуации, при которой будет допущена ошибка при отбивании мяча. Главные международные турниры – это чемпионат мира и Олимпийские игры. Англия официально является родиной настольного тенниса. Еще в 1834 году были первые упоминания о правилах игры в настольный теннис. В 1891 году Чарльз Бакстер и Джон Джаке официально запатентовали название «пинг-понг». Само название произошло от звука мяча о стол и ракетку. Таким образом, они узаконили рождение настольного тенниса. В Англии пинг-понг как вид спорта был признан в 1900 году. В декабре этого же года прошли первые соревнования Лондона, в которых приняли участие более 300 человек. А в 1901 году прошли первые международные соревнования, состоялись они в Индии. В 1921 году чемпион Англии 1904 года Бромфибельд и его товарищи создают Всеанглийскую ассоциацию настольного тенниса. В этом же году проходит первый чемпионат Англии по настольному теннису. В связи с распространением настольного тенниса в странах Европы и Азии в 1926 году была создана Международная федерация настольного тенниса, которая установила единые правила. В декабре этого же года в Лондоне состоялись международные соревнования по настольному теннису, в которых приняли участие команды семи стран. Начиная с этого времени, чемпионаты мира стали проводиться регулярно. В 1981 году Международный олимпийский комитет принял решение о включении настольного тенниса в программу летних Олимпийских игр 1988 года. На уроках настольного тенниса необходимо соблюдать правила поведения и техники безопасности. Уроки должны проходить в спортивной форме. Перед выполнением упражнений с ракеткой и мячом требуется выполнить общеразвивающее упражнение на месте. Первое упражнение. Исходное положение – стойка руки на поясе. На раз выполняем наклон головы вперед, на два – назад, на три – вправо, на четыре – влево. Исходное положение – принять. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Следующее упражнение. Исходное положение тоже, то есть стойка, руки на поясе. На 1-4 выполняем круговые движения головы в правую сторону, на 5-8 в левую. Исходное положение принять. Упражнение вправо. Начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стой. Следующее упражнение. Исходное положение руки к плечам. На 1-4 выполняем круговое движение руками вперед, на 5-8 назад. Исходное положение принять. Упражнение вперед. Начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, стой. Следующее упражнение. Исходное положение – стойка руки в стороны. Руки сжаты в кулаки. На 1-4 выполняем круговые движения в локтевом суставе вперед, на 5-8 назад. Исходное положение – принять. Упражнение вперед – начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре,
5, 6, 7, стой. Следующее упражнение. Исходное положение. Стойка, руки в стороны. Руки сжаты в кулаке. На 1-4. Выполняем круговые движения лучезапястным суставом вперед. На 5-8 назад. Исходное положение принять. Упражнение вперед. На че. Най. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стой. Следующее упражнение. Исходное положение. Стойка. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. На раз. Выполняем наклон вправо туловищем. На два влево. На три прогнуться вперед. На четыре назад. Исходное положение принять. Упражнение вправо. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Следующее упражнение. Исходное положение тоже. То есть стойка, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На 1-4 выполняем круговые движения туловищем в правую сторону, на 5-8 в левую. Исходное положение принять. Упражнение вправо. Начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, стой. Следующее упражнение. Исходное положение. Выпад на правую. Руки на поясе. На 1-3. Выполняем 3 выпада на правую ногу. На 4 смена ног в прыжке. Исходное положение принять. Упражнение. Подсчет. Начинай. Раз, два, три, четыре. 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 И раз, два, три, стой. Следующее упражнение. Исходное положение. Основная стойка. На раз выполняем упор присев. На два прыжком упор лежа. На три прыжком упор присев. На четыре исходное положение. Исходное положение принять. Упражнение подсчет. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, стой. Следующее упражнение. Исходное положение. Основная стойка. Мы выполняем прыжки на двух ногах по хлопку рук. Выполняем прыжок с высоким подниманием бедра. Задача понятна? Исходное положение принять. Начали выполнять прыжки на двух ногах. Прыгаем. Хлопок. Опять же прыгаем. Закончили выполнение упражнения. Современный настольный теннис не имеет серьезных ограничений по спортивной форме. Таким образом, можно использовать как футболку, так и спортивное поло, юбку или шорты. Обувь должна иметь хорошее сцепление с покрытием. При выступлении на соревнованиях существуют определенные требования, предъявляемые к спортивной форме. Таким образом, форма должна отличаться цветом от мяча, используемого на соревнованиях. Помимо этого, на футболке должен быть либо номер, либо фамилия спортсмена. В настольном теннисе стойлы делятся на два вида. Одни предназначены для помещений, вторые для улицы. Цвет стола должен быть матового цвета и иметь прямоугольную форму.
Длина стала 274 сантиметра, ширина стола 152 сантиметра и высота 76 сантиметров. По краю стола проходит белая линия в шириной в 2 сантиметра и разделяется полосой в 3 миллиметра. По центру стола проходит сетка, которая имеет высоту в 15 сантиметров, и верхний край должен быть белого цвета. В настольном теннисе мяч имеет сферическую форму. Он может быть белого или оранжевого цвета. Диаметр его должен быть 40 мм, вес 2,7 грамма. До октября 2000 года использовались мячи диаметром 38 мм и весом 2,5 грамма. Теннисная ракетка имеет основание и две накладки. Одна накладка черного цвета, вторая накладка красного цвета. Накладки могут быть гладкие или шипованные. В настольном теннисе держание ракетки называют хваткой и выделяют два вида хватки. Это европейская, когда палец указательно отведен в сторону, и азиатская, когда ракетка держится перпендикулярно и держится большим и указательным пальцем. Остальные находятся на другой стороне ракетки. В пятом классе при обучении настольному теннису мы будем использовать европейскую хватку держания ракетки. Перед началом выполнения упражнений в жонглировании требуется встать в стойку теннисиста. Таким образом, мы становимся ноги на ширине плеч, стопы развернуты друг к другу, ноги немного согнуты в коленях, рука согнута в локте, локоть прижат к туловищу. Ракетка находится на уровне солнечного сплетения. При работе на правой стороне ракетки указательный палец будет с нижней стороны. При работе на левой стороне ракетки указательный палец будет с верхней стороны. Первое задание. Выполнение жонглирования мяча на правой стороне ракетки. Высота отскока мяча не выше уровня глаз. Приготовились. Начали. Стоп. Второе задание. Выполнение жонглирования мяча на левой стороне ракетки. Высота не выше уровня глаз. Приготовились. Начали. Стоп. Следующее задание. Выполнение попеременного жонглирования правой и левой стороной ракетки. Приготовились. Начали. Стоп. Для совершенствования владения теннисной ракеткой и мячом в настольном теннисе на урок физической культуры в пятом классе можно помимо жонглирования использовать выполнение эстафет с заданием и данным инвентарем. Первое задание. Выполнение движения с удержанием мяча на правой стороне ракетки. Второе задание. Выполнение перемещений с жонглированием мяча на правой стороне ракетки. Третье задание. Выполнение перемещений в полном приседе с удержанием мяча на правой стороне ракетки. Четвертое задание. Выполнение перемещений с последующим выполнением седа и принятием исходного положения в виде основной стойки. При этом нужно выполнять жонглирование мяча на правой стороне ракетки. Проходим на стартовую линию для выполнения эстафет. Начали. Да, второе задание.
сегодня мы с вами познакомились с историей развития настольного тенниса, обучили стойки теннисиста и выполняли упражнения в жонглировании. Дома проработайте материал, который вы сегодня получили, самостоятельно выполните стойку теннисиста и имитационные упражнения в жонглировании.